Онлайн-академия «Медина» – классическое исламское образование с нуля. Сделаем первый шаг вместе. Ссылка на регистрацию в описании. Многие слышали такие названия, как «Аль-Асхар», «Исламский университет Медины», «Университет Аль-Карауи», наконец, «Российский исламский институт». В общем, сегодня при желании во многих странах мира можно получить высшее исламское образование. А можно вообще не выходя из дома и в свободное время, например, в онлайн-академии «Медина». Но многие ли мусульмане стремятся получить исламское образование, хотя бы начальное или среднее? Сейчас узнаем. Скажу еще, ничего не знаю, но кто скажет, я знаю, это что ничего не знает. Ну, хотел учить и учусь. Угу. Дальше хочу учить. А где учишься вот сейчас? Я здесь учусь. Здесь есть Киргизия. Киргизия, мусульманский. Ну, как киргизский, но окучилюк есть. Угу. У нас называется окучилюк. Ну, я там учусь. А вот высшее исламское образование хотел бы получить? Да, конечно. Куда бы поехал, если были возможности? У нас есть, но большие это... Киргизия, хотел, конечно, да? У нас Киргизия. А в Египет, например, вот, в Аль-Асхар там? Да, хотел. Очень хотел. Нет, не светское образование. А не хотелось бы там какие-то курсы, может, закончить? Вот. Есть желание научиться говорить на арабском и читать на арабском, даст Бог, иншаллах. А где, вот, например? Ну, я сам с Кыргызстана, там у нас есть такая возможность. Да, пытался. Где? Ну, у нас в родине, там, Киргизия. Киргизия, да. Да. Медресе или что это было? Медресе. Медресе. Да. А вот высшее образование не хотел никогда получить? Ну, хотелось, исламский. Просто, ну, не было возможности. А так бы куда поехал? Если бы, ну, были возможности. Турцию или ну, там... В Египет. Египет, да. Аль-Асхар, да. Да. А онлайн, если была вот школа хорошая, например, там с преподавателем? Если был бы онлайн, училась бы, да. Ну, я, честно, вот не пытался вообще. Не пытались. Не, на медресе? Просто... Не, на медресе не был, но вот на курсы ходил. На курсы ходили? Не, не на курсы, а ну просто вот у нас как бы я вот... С Киргизией сам буду. Ну, у нас как бы сейчас здесь я не знаю, как бы. Ну, у нас там в мечетях вот дают вот. Ну, имаму вот, ну как каждый день после намаза, ну, учат вот. А, все, на лекции. Да, вот на лекции. Не на лекции, а как вот называется, вот не знаю. Вот. На баян, ну да, вот. Все, понял. А в какой-то там исламский университет не хотелось поступить никогда? Аль-Асхар. Ну, конечно, хотелось бы, ну, естественно. Деньги. Ну, это как бы не финансово, я думаю, возможно, это как бы. Желание. Может, у меня еще желания такого нету, честно. Алхамдулилля, учились. А где, медресе или? Да, медресе, в Узбекистане. В Узбекистане? Да. А хотелось получить высшее образование, университет Аль-Асхар, например, после? Обязательно хотим, а не можем, алхамдулилля. Времени нету, да? Да-да. Здесь, в Москве. В медресе, да? Да, в медресе. Ага. А вот какое-то высшее хотели бы получить? Ну, хотел, но возможности нет сейчас. Деньги и время, да? Да, время, деньги, финансовые. А если вот онлайн были хорошие прям преподаватели? Я получаю у этого Алиф ТВ. У нас? И, да, еще посмотрю Алиф ТВ и Муслим Про. Постоянно, каждый день читаю после работы и до работы. Не, я не учился. Ну, я мусульманин. Я вот так, когда родилась, ну, потом суннат этот. Хорошо, объясняет это вообще. Ну, хотелось бы ты поехать куда-нибудь в Аль-Асхар, например, или в Мекку учиться? Нет, нет. Никогда. Почему? Не знаю. Нет. Не, а хотелось бы? Да. Где? Куда бы ты поехал? В Мекке. В Мекке, да? Что тебе сейчас мешает? Деньги или время? Нет, я здесь учусь в университете. Да. У меня времени нет. Времени. А если бы онлайн были курсы вот с преподавателями, но в записи, и ты бы смотрел, сдавал экзамены, удобно было бы тебе? Ну да. Есть такая школа, Медина называется. Да, я знаю. Нет, я не знаю. А есть желание вообще? Ну, хотел, возможности нет. Возможности нет? Почему? Времени или что? Ну, я приехал, я работаю, у меня как бы свободного времени нет. Я мечтал, я хочу, но я посмотрю на свою дальнейшую жизнь, это устраивает. Это самая мечта, у меня жизнь стоит. А вот если бы, ну, у тебя были возможности, куда бы ты хотел поехать учиться? Ну, может, где-нибудь в Медресе или где-нибудь. В России или там, на какие-то исламские страны. А если бы в интернете вот была школа хорошая, с хорошими преподавателями? Ну, если были, я же говорю, возможно, я буду этого постараться, чтобы этого сделать для себя.
Да, ну, самостоятельно только, а так слушать. Не ходил никому, времени пока нет. А хотелось бы поехать, вот, нам, не знаю, в Алясхар, например, учиться? Да, да, конечно, иншаллах. Получится. Ага. Что, времени нет, да, сейчас? Ну, я думаю, скоро будет, иншаллах, если желание будет только. А если бы вот такой вопрос, если бы онлайн какая-то была школа, вот, например, и с хорошим... Лучший учитель, наверное, онлайн не получается. Сейчас всяких это много. Если живые, вот, например, преподаватели, они... Там, да, да, запись, так можно, так, если так, официально. А сейчас везде так много, так лучше не надо, наверное. Исламское образование нет, не пытался получить. Угу. Есть желание? Но желание... Говорить о том, что нету желания, это будет неправильно, брат, потому что... Каждый, любой мусульман, мне кажется, должен хотя бы закончить какие-то курсы, которые будут познавательными, которые будут обучать его хотя бы каким-то азам ислама. Поэтому любой, я считаю, любой мусульман должен прежде всего закончить исламский университет. Но все остальное это уже на второй план. Онлайн это все равно не то, когда ты сам присутствуешь, сам познаешь вот это все. Это все равно другой процесс. Поэтому онлайн это все, да, это хорошо, я не могу сказать, что это плохо, но когда ты... Видишь это все и познаешь это все, держишь на руках Коран, слово, и, ну, все равно другое, сам понимаешь, о чем я говорю. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. До встречи!